Всем большой привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Хади. Сегодня будет очередная распаковка по ссылке сайта iHerb. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем распаковывать вместе. И перед тем, как начнем распаковку, хочу сразу сказать, что этот заказ я делала для своей сестры. Ну что, поехали! И первое в посылке – это гель-пенка от корейского производителя COSRX Low pH. Эта пенка содержит немного BHA кислот, и она отлично подойдет для комбинированной, жирной и для проблемной кожи. Но при этом эта пенка не сушит кожу. Я была удивлена, насколько кожа после этой пенки остается увлажненной. И мне очень понравилась эта пенка. В общем, для сестры тоже решила заказать. Так как у этой пенки гелеобразная текстура, она может не очень хорошо пениться, но в принципе достаточно, мне есть с чем сравнивать. Этой пены достаточно для того, чтобы смыть гидрофильное масло или остатки макияжа. Следующее — это увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой от корейского производителя Элизавека, тоже один из нашумевших кремов. Такой же крем я себе заказывала в предыдущем заказе, я его успела попробовать, в принципе мне понравилось, заказала для своей сестры. Посмотрим, как ей подойдет или нет. У меня комби кожа, у нее сухая кожа. Этот крем отлично подойдет, думаю, на весну и на лето, когда хочется что-то такого легкого. Следующее — это иммуномодулятор от California Gold Nutrition Immune Fo. Это средство, которое помогает поддержать наш иммунитет, особенно в осенне-зимний период. Я его взяла в разделе пробных за смешную цену. За $1 классное средство для того, чтобы поддержать свой иммунитет. Сейчас, в принципе, думаю, не очень актуально, но взяла это средство на осень впрок, чтобы было иметь такое средство в своей аптечке на момент, если вдруг организм ослаб и требуется какая-то поддержка. В этой добавке 4 основных составляющих ингредиента. Это те витамины, которые помогают поддержать иммунитет во время вирусов. Это витамин С, витамин D3, цинк и селен. Здесь все витамины содержатся в профилактической дозе, но при необходимости всегда можно увеличить дозу. Следующее — это витамин D3 для деток от California Gold Nutrition. Это хорошая альтернатива аптечному Aqua D-Trim. Этот витамин D не содержит спирт, и также он сделан на кокосовом масле. Витамин D3 назначал педиатр, поэтому перед тем, как покупать какие-то БАДы для себя или для вашего ребенка, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или сдайте анализы. Витамин D находится в стеклянной баночке. Если давать по одной капле, то хватит на 300 приемов, это почти на целый год. Отличная такая вот добавка, которая поможет поддержать уровень витамина D3 у деток. Следующее — это средство для снятия боли при прорезывании зубов у малышей. Это камелия от производителя Byron или Boyron. Также это средство можно встретить и в наших аптеках под названием Dantinorm Baby, тоже от этого производителя. Это средство помогает легче перенести период, когда у детей прорезываются зубки. Также это средство выгоднее покупать на iHerb, потому что за $11 я взяла 30 сашэ в упаковке. За эту цену в наших аптеках я взяла всего лишь 10 сашэ. Так как это средство натуральное, оно не имеет побочных эффектов, что тоже очень хорошо. Следующее — это органический какао-порошок от California Gold Nutrition. Мне, в принципе, понравилось это какао, я сейчас тоже допиваю свою упаковочку. Всю зиму я пила по утрам какао, когда нужно было выходить утром на улицу. Мне понравилось в зимний период делать напитки с какао. Также мне понравилось добавлять в какао коллаген, и получается горячий теплый напиток, что зимой актуально, потому что хочется согреться. Этот какао имеет горьковатый вкус. Вначале мне не совсем понравилось, потому что я переборщила с какао, но сейчас мне нравится его пить, особенно вкусный получается на растительном молоке. Следующее — это
семена чиа от California Gold Nutrition. Были скидки на California Gold Nutrition, поэтому вот сделала такой маленький заказ для своей сестры. Если вам интересно будет прочитать про каждый продукт, я все ссылки оставлю в описании под видео, также оставлю ссылку на всю корзину. Также я оставлю свой многоразовый промокод, который дает скидку 5%. В последнее время мне очень нравится делать десерты с семенами чиа, получаются очень вкусные. Можно добавлять разные фрукты, которые вы предпочитаете, которые вы больше любите. Перед использованием нужно замочить семена. Можно это сделать как на воде, так и на любом молоке. Я предпочитаю растительное молоко, иногда я замачиваю и в воде. Минимум нужно их замачивать на 1 час. Если я не забываю, я это делаю на ночь, и утром уже на следующий день у меня готов десерт, остается только добавить фруктов. Я обожаю корейские пенки для лица, потому что мне нравится, как они очищают лицо. Вот такую пенку я еще не пробовала от Миша Super Aqua с экстрактом секрета улитки. Заказала впервые, буду пробовать, смотреть, насколько она понравится или нет. Некоторые, правда, бывают пенки, которые могут подсушивать кожу или вымывать до скрипа. Кому-то нравится такой эффект, кому-то нет. После я всегда увлажняю лицо тонером. Мне главное, чтобы хорошо смывала косметику и не щипила глаза. Не люблю пенки и средства, которые щипят глаза, потом, в общем, такой эффект красных глаз, и, в общем, очень уставший выгляжу, поэтому я стараюсь брать такие пенки, которые не щипят глаза. Эту пенку я взяла впервые, на нее меньше отзывов, не то что меньше, на нее вообще очень мало отзывов, около 400, против той первой пенки от Cosrx, которая топ на iHerb и на многих других сайтах, ее очень любят, заказывают, хорошо отзываются. В общем, взяла еще такую на пробу. Вот такая распаковка у меня получилась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Также заходите на мой YouTube канал и смотрите другие мои видео. Всем удачных покупок. Пока!